Walker Boulder. Всем привет! Это Juladin's Family. Сегодня разбираем припевчик Stray Kids Get Lit. Сразу оговорюсь, хореография была заточена на выступление. Данс-практики по ней нет, поэтому некоторые движения могут расходиться в зависимости от партии, от сторон, от подачи самого мембера. Поэтому мы сегодня собираем что-то такое усредненное и стабильное. Итак, начинаем с небольшого затакта. Разберем сначала ноги. Мы переходили, где-то там гуляли, стояли, отыгрывали, и в какой-то момент нам нужно топнуть ногой в пол выворотным положением. То есть мы не прямо носком бьем в пол, а развернутой коленкой и развернутой стопой. Стопа полностью входит в пол, то есть мы не носком бьем, не пяткой, а четко ставим всю ногу в пол. Вместе с этим поднимаем руки в такое положение. Здесь большой палец. Здесь большой палец, один указывает нам в плечо, второй просто смотрит наверх. И после этого мы меняем плечо и опускаем палец вниз. То есть один палец смотрит на нас, этот поднят. Мы меняем сторону и медленно поворачиваем палец вниз. Раз, два. После этого накидываем одну руку за головой сюда, а вторую переносим по прямой. И здесь одна рука накладывается на другую. То есть было раз, два, три. Что делают в этот момент ноги? Да, собственно, ничего, кроме одного дополнительного шага. На первый бит мы сделали степ, поменяли. И в момент, когда мы подныриваем под руку, нам нужно отставить ногу назад, чтобы развернуться боком. Можно это сделать немножко через низ. То есть мы здесь стояли прямо, коленки мягкие в этот момент. И мы как будто бы немножко подныриваем, то есть такое движение через низ идет. Это не обязательно, опять же, тоже зависит от подачи, как вы подаете этот момент. Раз, два, три. То есть вы как будто бы, хоп, поднырнули под руку. И здесь мы работаем как часики. Наш большой указательный палец смотрит вниз. Мы переводим его в диагональ, ровно наверх. Три точки. Раз, два, три. Три четких движения. И отсюда уже начинается наш основной припев. Мы подтягиваем ногу снова жестким степом в пол. И руки приходят вот в такое положение. В диагональ. Кулачки смотрят друг на друга. Корпус слегка наклонен. И мы начинаем крутить руки на себя. Очень быстро. Та-д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 а. Кружочки очень маленькие и очень быстрые. И в этот момент мы присаживаемся вниз, сгибая колени и наклоняя корпус в сторону. Вжух. И в этот момент продолжаем накручивать руки. Та-да-да-да-да-да. Как будто бы это руки о нас опускают. Та-да-да-да-да-да-да. И из этого положения выкидываем руки в сторону и вырастаем. Одна рука является продолжением другой. То есть у нас с вами четкая диагональ. И мы смотрим в сторону левой руки. То есть куда сбросили, туда и посмотрели. Отсюда руки опускаются вниз. И правая рука поднимается наверх в замах. Еще раз соединим этот момент вот отсюда. Опустили. Раз, два, три. Та-да-да-да-да-да-да. Вжух. То есть здесь мы не делаем никаких пауз. Мы сразу же приходим в это положение и начинаем крутить. Вжух. Сбросили. Рука. Вместе с рукой у нас с вами поднимается нога с пружинки. Стопа обязательно сокращенная, смотрит носком на нас. То есть не натянутая, а наоборот, мы натягиваем ее на себя. Прямая. Здесь нога из согнутого положения должна выпрямиться, то есть мы вырастаем. Пам. Задираем руку, задираем ногу, у нас максимально вытянутое положение. Из этого максимально вытянутого положения мы спрыгиваем на центр. То есть ноги были расставлены широко, и мы собираем их в одной точке. Поднялись. Пам. Опускаемся специально вниз на согнутые коленки с согнутым корпусом, чтобы потом подать таз вперед и вырасти корпусом. То есть мы сидели внизу, пошел таз, пошел корпус, пошли плечи. И мы вырастаем. И самым последним завершающим движением мы бьем руками вверх. То есть у нас идет та-та-та.
как Джек из коробочки. Та-да-да. Выкинули. Соединим еще раз со самого начала. А где мы были? Стояли, танцевали, отыгрывали. 3, 4 и та-та-та. Раз, два, три. Та-да-да-да-да-да-да-да. Выбросили. Вверх, вниз, вверх, бит. Хорошо. Из этого положения начинаем шагать вперед. Акцент все время пойдет на правую ногу. Шагаем мы достаточно в широком положении, то есть наш первый шаг пойдет на раскрытие. Мы сидим в плие и переваливаемся с ноги на ногу. Та-да, 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 та-да. Движение все время идет немножечко через верх. Пам-бам, пам-бам, пам-бам. И акцент идет в правую сторону. Раз, два. И на третий у нас будет толчок. Есть еще маленький нюанс с корпусом. То есть, когда мы просто работаем ногами, ну, не особо интересно, мы сопровождаем движение корпусом. Мы накидываем корпус наверх, перенесли, наверх, перенесли. И получается та-да, та-да, та. Что происходит с руками? Во время первого шага они находятся вот здесь. То есть мы кулачки прячем возле плечей. Плеч, неважно. Сбрасываем их по кругу и отсюда над собой. То есть к себе, накрест вперед и одна над собой. Сейчас объясню с ногами. Первый раз вышли. Раз, два, три, четыре. И с последним мы толкаемся и ныряем под руку. Ногой нужно будет отпружинить от пола. Мы переносим вес и отталкиваемся. И пам. Еще разок. И раз, два, три, четыре, пять. Пам. С последним движением мы вот здесь поднырнули вниз. Раз. Начинаем переносить ногу. И как только нога здесь касается пола, мы выкидываем руки в сторону резким движением. Пам. То есть посмотрите на разницу. Мы делаем не вот так. То есть это не одновременные движения, а одно запускает другое. Мы делаем... То есть пятка выбивает нам руки. Соединим все под более-менее вменяемый счет с шагов. То есть мы здесь та-та-та сделали. Раз, два, три, четыре, пять. Пам! Идем дальше. Из этого положения мы шагаем все время правой ногой, а левая нас догоняет. То есть правая-левая, правая-левая. Еще можно немножко добавить таз. Для удобства. Он будет работать вот так. По принципу, то есть верх изолирован, стопы стоят в полу, а таз активный. И мы с вами здесь наступили и немножко доворачиваем таз, когда подставляем ногу, чтобы снова шагнуть сюда и выпрямиться. Это чисто для удобства, это не специально. Если неудобно, не нравится, можно не делать. Здесь выкинули, шагнули. И снова выкинули. Сейчас покажу в более-менее быстрой скорости, чтобы было понятно, как распределяются акценты. То есть у нас есть шажочек, двойной, двойной, двойной. Та-да, та-да, та-да. Таких вот три фрагмента. И получается, что мы здесь толкнули. Пам! Та-да, та-да, та. Пока мы идем, руки снова возвращаются вот в такое положение. То есть мы выкинули, пришли сюда, выкинули. И это распределяется на три наших фрагмента. Пам. Раз, два, три. После этого отставляем ногу в сторону и снова ей толкаемся от пола. И в этот момент нам нужно будет схватиться за футболку, за майку, неважно, что на вас надето, сделать па-па-пам. Мы как будто бы нападаем на эту ногу и еще докидываем корпус. Пам. И в этот момент... Дергаем себя за одежду. Да-да-да. Из этого положения возвращаемся назад. Можно либо подтянуть ногу, либо сделать шаг. Это просто перемещение по вашему удобству. Па-па-пам, вернуться. Чуть-чуть вернулись. Здесь спрыгиваем на две ноги. И возвращаемся на одну. Это как пружинка. Та-да. Мы пришли сюда. Та. А выходим на одну. То есть один прыжок на две ноги, второй прыжок на одну ногу. Раз, два.
И в этом положении нам нужно качать. Как выглядит кач на двух ногах? Раз, два, три, четыре. То есть мы подаем вперед колени, подаем вперед таз, корпус уходит назад. Как это сделать на одной ноге? Одна у нас поднята, вторая опорная. Мы делаем раз, два, три. В процессе всего действия может начать работать левая нога, но это не какое-то конкретное движение, это не то, что вам нужно точь-в-точь повторить. Это отдача от кача. То есть основное движение хранится в нашей правой ноге. Она сгибается, сгибается, сгибается. А левая может начать либо тоже сгибаться, либо, как происходит у товарища Феликса, он работает бедром. То есть у него сгибается колено и еще бедро поднимается. Это всего лишь сопровождение этого движения. У вас может получиться как-то по-своему. То есть не бойтесь, если это будет отличаться от оригинала, потому что это момент ухода в стилистику. Самое главное – сохранить вот этот вот кач. И мы делаем два раза. Раз, два. Мы с вами распрыгнулись. Так, так. И раскрываем руки в стороны. Сразу здесь достаем пальчики. С первым качем мы рисуем кружочек запястьями вовнутрь. Раз, раз. А дальше кружочек увеличивается. Один. А потом мы рисуем кружок всеми руками. То есть с запястья все руки. И раз, и два. И это совпадает с нашим качем. То есть акцент вовнутрь, вовнутрь. И после этого мы сбрасываем руки. И нам нужно будет перенести вес на нашу свободную ногу. Она слева была сверху, мы на нее делаем шаг. Давайте соберем пока все с самого начала. И потом перейдем к новому куску. Три, четыре. Та-та-та. Раз, два, три. Та-да-да-да-да-да-да. Выкинули. Вверх, пам-пам-пам. Раз, два, три, четыре, пять. Та-та-та-та. Та-да, та-да, та-та, та. Пока до сюда собрали. Делаем шаг. Я сначала покажу на зеркало, чтобы было понятно. Потом отвернемся боком. Ведущая у нас будет левая нога, так как она была сверху, и мы на первую на нее шагаем. Шаг, подстановка. Шаг, подстановка. Каждый раз, когда мы шагаем на левую ногу, у нас раскрываются колени. То есть та, 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 та. И нам нужно этим движением идти вперед. То есть мы стоим боком, но нам нужно вернуться на центр. Та, 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 та. Если на зеркало, то это будет выглядеть вот так. Пам, 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 пам. Каждый раз левую ногу мы ставим чуть-чуть в диагональ вперед. Доставляем до нее правую. В диагональ доставили правую. И получается та-да, та-да. И мы шагаем не всей стопой, а на подушечках. Только не вот так, на полупальчиках. А прям чуть-чуть. Отрываем пятки от пола, чтобы у нас появилась вот такая пружинка. Вместе с этим у нас вот здесь поднята рука. И мы раскрываем грудную клетку. И за счет того, что раскрывается грудная клетка, локоть уходит назад. Раз, два, три, четыре. Грудная клетка раскрывается на шаг с левой ноги. То есть левая раскрылись, закрылись. Раскрылись, закрылись. И так мы перемещаемся. Та, 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 та. Всего 4 счета. Раз, два, три, четыре. Отсюда отставляем ногу раз, сводим колени вместе раз и раскрываем два. С руками сейчас будет немножко попроще. Сделали руку, руку. Из этого положения складываем руки накрест на плечики и раскрываем их в сторону. Затем вниз на колени и раскрываем их в сторону. Собственно, как вы уже поняли, колени сопровождают руки. Та-да, та-да. Раз, два, три, четыре. Из этого положения, кто смотрел серфинг, тот помнит, кто не смотрел, показываю. Движение взято оттуда, абсолютно такое же. Мы наклоняем корпус в одну сторону, наклоняем корпус в другую сторону. При этом у нас по очереди сгибаются коленки. То есть за счет того, что мы переносим вес сначала вправо, пам. У нас сгибается правая коленка. Мы переносим вес влево, сгибается левая коленка. И потом снова вправо, сгибается правая коленка. Что происходит с руками? Мы уводим левую руку назад. Раз, разворачивая при этом корпус. Раз, два. От
теперь плечи. Плечо ушло назад, правое плечо. Мы бьем им вперед, назад, хлоп. То есть нам, у нас ушло левое, правое, это правое, правое плечо назад, и мы его вперед, назад, ровно. Сейчас объясняю все вместе. Мы были вот здесь, вот в этом положении. Уводим корпус, закидываем руку. Уводим корпус, закидываем руку. А теперь медленно переносим вес в ту сторону с плеча. Раз, два, хлоп. Когда хлопаем наверху, подтягиваем к себе ногу, но мы не вот так это делаем и не вперед, а колено именно уходит назад. Вот наше положение для хлопка. Мы немножко с подвывертом бежим вперед, то есть у нас коленка смотрит сейчас вовнутрь. Нам нужно ее вывернуть, чтобы поменять ракурс. Мы смотрим с вами в правую диагональ, теперь нам нужно в левую. И подставляем здесь ногу раз, и со второго раза будем толкаться, но это я объясню чуть-чуть попозже. Сейчас разберем руки. Мы с вами были здесь. Раз, два, та-та, хлоп. Когда бежим вперед, одна рука поднимается наверх, левая, с указательным пальчиком. А когда мы топаем, правая рука ладошкой сопровождает движение ноги. Раз, два. И мы немножечко еще помогаем себе тазом. То есть каждый раз, когда вы уводите ногу назад, таз раскрывается и уходит назад. И чтобы его, пам, чтобы нога пришла на место, нужно таз немножко подкрутить. То есть вот такое движение мы делаем. И пам, и пам. Второе, напоминаю, будет толчковое. Как сделать толчок? Для начала отработаем основу этого движения. Нам нужно толкнуться ногой от пола и оторвать сначала левую ногу, потом правую. Раз, два, три. А теперь нам нужно сделать это в бок. То есть мы здесь сделали та-та-да. Немножко отползаем назад. Толкнулись с правой, левая, правая. Та-та-да. Соединяем это с предыдущим движением. Мы были здесь. У нас идет удар. И сейчас будет толчок. И та-та-да. Пока мы делаем нашу перепрыжечку, у нас к левой руке добавляется правая. То есть мы делаем та-та-та-та-да. И приходим сюда уже вот в этом положении. Дальше разберем пока только ноги. Отставляем левую, разворачивая корпус в правую сторону. То есть мы отворачиваемся от ноги. Подставляем правую ногу на место и снова меняем ракурс. То есть мы такие вправо, влево. Здесь присели, присели, а теперь три быстрых. Раз, два, три. И пока мы делаем эти три, мы разворачиваемся в другую диагональ. Раз, два, три. Это можно делать на пяточках. Незаметно можно на всей стопе по чуть-чуть поворачиваться. Раз, два, три. И с последним движением, раз, два, и с третьего мы присядем и ударим пяткой вперед. Бьем пяткой на себя. Как будто бы мячик отбиваем туда, в зрителя. Пам. Сейчас разберемся с руками. Пришли вот в это положение. И работаем одноименной рукой, с той же ногой, которую мы отставляем. Отставляем ногу, отставляем руку. Раскрыли. Повторяем. Раз. Раскрыли. Руки на себя. Раз. Два. И с третьего мы делаем сброс с левой руки, пам, назад, и отбиваем мячик правой ногой, пум. То есть у вас должно пойти противодействие. Левая, правая нога, левая рука, пам. Вот такое положение. Еще раз, отдельно руки без ног. Что мы делаем? У нас идет левая раскрыть, правая раскрыть. Руки от локтя. Раз, два, три. Соединим еще раз с ногами. Были здесь, смотрели в левую диагональ. Раз, два, три, четыре. Та-та-та. Соединим до этого момента с самого начала. Та-та-та. Пять, шесть, семь. Раз, два, та. Раз, два, три. Та-та-та-та-та-та-та. Пам.
вверх и та-та-та. Раз, два, три, четыре, пять. Та-та, та-та, та, та-да, та-да, та-та-та. Шаг, 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 шаг. Та-да, та-да. Раз, два, три и хлоп. Та-раз. Та-толчок, пам. Раз, два, три, четыре и та-та-та. Разбираем дальше. Та-та-та. Отсюда отставляем ногу назад. Снова покажу в зеркало, чтобы было проще разобраться. Отставили ногу и оказались вот в таком положении. Корпус уводим к дальней ноге. То есть мы стоим вот в этом положении, правая нога дальняя, мы уводим к ней корпус. Зачем это нужно? Дальше у нас пойдет такая легкая волна боковая от корпуса. И мы будем работать по принципу просто перемещать корпус из стороны в сторону, но при этом нам еще будет помогать таз. Мы уводим корпус в сторону, а таз наоборот выводим туда вперед. Выводим корпус вперед, таз уходит назад. Раз, два. Раз, два. То есть такая противоположность получается. Корпус туда, таз туда. Пам, 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 пам. Руки. Мы падаем вот в такое положение. Когда корпус уходит назад, рука уходит вперед. То есть мы тянем ее к тазу. И снова уводим назад. Вперед к тазу, уводим назад. Раз, два, три, четыре. Нам всего три счета нужно будет сделать это движение. То есть мы сюда сели. Такие раз, два, три и пам. Такой будет ритм. Раз, два, три и пам. Раз, два, три и пам. Что мы делаем? Раз, два, три и возвращаем руку. На пам делаем раз, два. Показываю в зеркало. Нам нужно прыгнуть на левую ногу, задрав правую и ударить по ней левой рукой. И вернуться обратно в это положение. То есть мы с вами были здесь. Делали та-та-та, 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 та-та-та. Пробуем боком. Были здесь. Сделали смах. И та-та-та. В этом положении чуть-чуть маленькая пауза и ждем биты. На биты нам нужно два раза сократить бедра и присесть. Пам-пам. Акцент такой вниз. Раз-два. Раз-два. А руки наоборот идут вверх. Раз-два. Только мы работаем не локтями, как курочки, и не запястьями, и не плечами, а полностью всей поверхностью рук. Мы всей поверхностью рук бьем наверх. Пам-пам. Очень быстро. Раз-два. Представляем, что у нас здесь сверху стена, и мы такие пум-пум, пум-пум. Да, никак не пробивается. А ноги в противоположном направлении вниз. И получаем пам-пам, вырасти. Пам-пам, вырасти. И здесь делаем чш. Еще разок по ракурсам, мы здесь остановились. Делаем пам-пам. И когда вырастаем, мы разворачиваемся. И ждем следующих битов. Здесь отставляем левую ногу, делаем пум-пум. И снова меняем ракурс. И здесь. Еще разок. Собираемся с самого начала подсчет. Были здесь. Та-та-та. Пять, шесть, семь. И та-та-та. Раз, два, три. Та-да-да-да-да-да-да. Пам. Вверх и та-та-та. Раз, два, три, четыре, пять. Та-та-та-та. Та. Та-да, та-да, та-та-та. Раз, два, три, четыре. Пам, па-бам. Раз, два, та-та, хлоп. И пам. Толчок и та. Шаг, шаг, шаг. Пам-пам-пам. Раз, два, три, та-та. Раз, два, три, та-та. Пу-бум. Выросли. Пу-бум. Выросли. Соединим все под музыку. 50, 70, 85 и 100. Yeah.
On the concept, you're gonna flow.